Хей, hey, йога, с вами Шимки, мы продолжаем проходить игру по названием Пика Ника. И я просто так землю полил. Так, ладно, о. Подсолнух. Или цветок, просто роза. Мы возвращаемся с вами в наш город, но я думаю, нужно будет кое-что в другое место пойти. Вау. Так, тихо, поливаем. Бочка. Надеюсь, пригодится. А, но через время закрывается. Ясненько. Да, пригодилась бочка. Бац. О, мастер. Нет, нет, не мастер, не мастер, беру слова обратно. Так, тихо. Оп. Секретный проход с монетками. Так, ну ладненько, да, ясно, что нужно делать. Так это тяжело сделать. Ладно. Отличненько. Готово, поливаем. Покатились, покатились. Так, это я снаружи, хорошо. Так, это мы в начало, да, пришли? Так, монетка, тихо. Камень. Ладно, возьму камень. Пошли, пошли, ты мне поможешь. Так, тихо, поднимаемся. Вот, вот, тихо, вот так, вот так. Оп. Идеально. И можно ехать. Может, поедем до этого, до маяка сразу? Дождик. Отдалите огромного робота из долины. Ни хрена себе гром махнуло. О, гляньте, кто вернулся. Погодка не очень. Смотри под ноги. Так, еще почта. Блин, я серьезно не могу типа открытку отправить. Почему я не могу отправить? Не бей, подождем. Скользко же, упадешь еще. Я то не упаду. Я сейчас вернусь к маяку. То, что нужно. Вернуться к маячку. Ой, блин, а хотя давайте я сначала вернусь к одному. Там, скорее всего. Сложно. Сложно сказать. Нужно, короче, сейчас вернуться к нашему этому. Любителю деревьев. Ну, цветов. И посмотреть, что у него там растет. Или фигня. Эй, приятель. О! Оказалось, что цветам все-таки нужна вода. И у меня нет. Так, тут дивный сад. Но один цветок все равно не хочет расти. Хоть ты тресни.
приятель, я не знаю, не могу тебе ничем помочь. Почему не растет у тебя? Ну, зато мы посмотрели, что да, все-таки цветы расцвели. Я не хотел входить к нему. Я хотел с этим поговорить. Иногда птицы писают в дождь, а ты тут бегаешь, капли ртом ловишь. Я понял, к чему это он. Так, мне нужно трофей посмотреть. Так, X это далее. Ну, смотрите, в принципе, мы пока что идем правильно по цели. До достижения нашей цели, так сказать. Так, возвращаемся в самое начало. Самое-самое начало. Давайте, может, сразу к призраку сходим. Он же, типа, говорил, если что, типа, приходи. Нужно денежки собрать. Не, я понимаю, что я сейчас к тому подойду. Интересно, он меня застать может или нет? Не хочу проверять. Так. Серьезно, закрыто? Как так? Блин. Жалко. Жалко. Но мы сейчас попадем в новую локацию. А потом будет битва. Так, одолите огромного робота из долины. Чайки. Песочек. Эй, краб. Краб. А, его ударить нельзя. Маяк. И... Я думал, может, я от этого, типа, от шарика отпрыгну. Нет, мне сюда, значит, идти еще рано. Как бы это ни было странно. Ладно, погнали тогда робота атаковать. О, крабик. Так, пику на пляже. Пику. Да, мы, короче, играем за пику. Значит, то не пика, а пику. Пику. Короче, будем его звать Пику. Как в игре сказано. Пику. Так, а по трофеям это у нас какой? 8. Отправляемся. Но сначала нужно попытаться ему запрыгнуть в рот. А, не. Значит, это была все-таки ложная информация, то, что я могу к нему в рот залезть. Обнаженная вражеская форма, перехожу в режим преследования. Блин, а я с этими что-то поговорил. Прием, как слышно? В виде робота к нам, они уже покажутся. Только не дай ему себя поймать. Спасибо, Кэп. Походу, мы нашли секретный проход. Давай, по низу. Что-то выходит. Домик этого чудовища.
Тихо. Пока что все удачно. Главное, что я использую такую форму. Тихо, под воду. Хоп. Фигарим. Да немного осталось. И все. Получай! Легенькое было на самом деле. Основная цель — отпраздновать победу. Получилось! Снова! Спасибо за что помогли моей деревне. После такого разряда робот точно не встанет. Ничего бы не... Так, не вышло, если бы тебе не удалось его заманить. Спасибо. Тревога. Вторжение. Тревога. Что? И это что это такое, что происходит? Да мне просто подумалось, что тут кто-то попал... Так. Упало ходит. Так что я поставил систему обнаружения посторонних. И почему она так орёт? Потому что у нас посторонний. И что она будет делать? Отключит питание. Ага. Добрый вечер. А! Мне нужна помощь. Стоп, что? Ты зачем так грубо вторгаешься в чужое секретное пространство? Простите. Ну я... Так. Червячок, мне нужно. Мне можно. Уф. Чем там можем помочь? Мы с семьей в старой шахте под озером живем. И пьем водичку, которая с потолка капает. Но она почему-то перестала капать. Я вижу мохнатую руку Шаншин Инг. Я тоже. Может, сходим, посмотрим? Мы были бы премного благодарны. Ну тогда давайте сходим. Спасибо, я вас там подожду. Какое эксцентрическое создание. И очень скользкое. Слизкое. Народ, вы только гляньте на это. А шампанское? Ну что там шампанское? Шампанское стоит. Это еще что за дыра? Не знаю, может что-то обвалилось, пока тревога была. Смотрите, это же генераторное. Может у нас получится запустить метро? Иди посмотри, а. Ладно. Бац. Так, нет. Ой, я цветы могу создавать. Все? Да. Короче, мини-головоломки. Так, мне нужна зеленая. Так, стоять. А я понял, я вас понял. Раз, два. Я могу тут проходить между ними? Да, могу. Могу, еще как могу. Надеюсь, это будет предпоследняя дверь. Или хотя бы последняя. Слишком сложные головоломки. Готово. Так, ладно. У меня вариантов не так уж много, поэтому... Блин, нужно было стоять. Возвращаем. Нужно зеленую как-то... Вот так вот. Так, и что мне это дало? И это мне дало ровным счетом ничего. Потому что я глупый, и нужно было здесь пройти. Угу.
И что мне это дает? Ловушки, да? Так, нет, стоять. Вот так. А, я там не пролазил, черт. Ну чё, ты чё? Сложно так-то. Хотя я опять туплю, да? Ну да, как обычно. Так. Так. Готово. Готово. Так, белый у нас есть. А, синий опять не настроен. Давай. Готово. Так. Так, зеленый сделано, все сделано. И осталось этот. Кажется, я сам себе, да, замудрил все. Готово. Все. Электричество вернулось. Метро снова работает. Так, доберитесь до озера. Ой, смотрите, если электричество работает, может, у них компьютеры работают? Нет, не работают. Я лучше вас здесь подожду. У меня скорее так думательный характер, чем деятельный. Кроме того, здесь где-то были печенюшки. Ну ладно. Что в этой у нас комнате? Блин, нужно шапку сменить. Так. Готово. Все, поехали. Так, лес. Долина, лес, озеро. Погнали в долину. Я хочу посмотреть, куда меня именно привезет и где у нас будет остановка эта. Так, доберитесь до озера. Да, доберемся. Мне нужно забрать, наверное, еще статуэточку. Трофей. Так, подождите, это что это хотя бы за место? Основная цель. Я знал, что где-то. Ай, стоять, это я понял. Стоять. Сейчас вернемся в город, посмотрим. А трофейчики нигде не лежат. Потому что мне 7-го трофея не хватает. Давай поднимайся. Сейчас по-быстрому сбегаем, посмотрим и уйдем. Если там ничего не будет. Да, ничего нету. Рафла не было. Блин, я бы сделал его желтым, но желтого не было. А. Опять ты. Что на этот раз? Извини, что ноги растягиваем. Не, ничего такого. Питаешься... Так. Питаешься ты здорово, конечно. Ты же не всех так... Так. И угнетаешь ногами своими.
Да не, это что? Я никого не бью. Не-не-не-не. Блин, знаете, я изначально думал в начале, еще в первых сериях, да, залезть тому монстру в рот, и я думал, что меня типа это... сразу главному челику закинет. Ну, по врагу. Оказывается, нет, нифига. Так, главное, что мы сокращение пути сделали себе. Жалко, что я все равно не могу к этому попасть нашему. Он же просил типа открытку, ну, прислать, а я не могу открытку прислать. Так, какое-то место все-таки. А, какое метро все-таки удобное? Жалко, что им никто не пользовался. Теперь-то дело на лад пойдет. Я вижу озеро, сейчас как занырну. Сначала я посмотрю, что в этой стороне ничего. Так, какой-то домик. Нужен ключ. Ага. А где озеро? Куда вода-то делась? Подозреваю, что виноваты Sunshine Inc. Давай разыщем червячка. Следуйте озеро. Shine. Перекати поле. Как будто мы в пустыне. Так, целим. Ну да, видите, там немного осталось. Вполне ожидаемо. Так вот, почему озеро пересохло. Роботы построили дамбы и начали откачивать воду. Так, ситуация хуже, чем мы думали. Здравствуйте. А, вот и ты. А в курсе этого кошмара? Ага. Как же нам тебе помочь? Я не знаю, может, мама знает. Мама? Какая еще мама? Моя мама. Логично. А где ты живешь? В заброшенной шахте под землей. Под озером. В хижине есть подъемник. Но дверь заперта. Хорошо, что у меня всегда с собой ключ. Секунду. Я его потерял. А где ты его мог потерять? Думаю, пока копал к вам туннель. Вряд ли он очень глубоко. Окей. Начнем раскопки. Так, основная цель — найдите ключ. Пик дак. Пиздак. Тут. Ну, привет. А, так я могу и это. Все раскапывать. Скелетик. Может, тут пасхалки будут? Не, как бы тут была, кажется, одна пасхалка. Только я забыл. На елки-палки. Черепок. А, ну да, тут, в принципе, не так много. Ключ от хижины. Все, готово. Что это было? Откуда эта ностальгия? И где слизкая штука? Может, уже в шахте? Так, нам бы тоже поспешить. Ключ, что у нас есть. Побежали. Ностальгия, то есть, видите? Да, слезьте с меня. Он во мне застрял. Он на мне катается. Да, наконец-то. Пикокоп. Ту-ту-ту. Так. Трофеи. А, все, да. Найден этот трофей. Значит, все, и пока что идем нормально по сюжету. А наши друзья типа не хотят с нами пойти? О, вы ключ нашли? Извините, что так вышло. Моя семья внизу, я отведу. Так, я вижу сначала... Мы то не черви.
Придется идти как шли. Так, ты веди, а мы сразу за тобой. Вы будете мне только мешать. Тихо. Тут насекомые. А, улитка немного приохерела. Так, ладно. Да ну блин, ну слезь, ну что это за привычка? Пошел вон. Давай, ты хотел помочь? Давай. Иди сюда. Вот так, тихо. Что это было? Ай, блин, черт, обвал. Даже так? Придется искать обходной маршрут. Ребята, идите сюда, постойте. Мне нужно это. Ай, да ладно вам. Тут. Может пригодиться. Я думаю, может мне черепок пригодится. Но уже нет. Динамит. Поехали. Пока что продвигаемся, пока что все нормально. Ага. То есть так оно не работает. Хорошо. Бочечки. Давай. Ну это головоломки легенькие. Или нет? Оп, тихо. Да ёлки-палки, я понял, почему я думал, что это легко. Теперь нормально. Так, хорошо. Ай, не получается. Нет, тихо, назад. Да нет. Это ж мозги, люди мозги. Мне нужно вот эту фигню. Да ну нет, тут. Тихо. Я думаю, что мне монетки тебе пригодятся. Поэтому я делаю вот так вот. Черт, опять. Мне нужно попасть в то место. Мне нужно забрать мои монетки. Я не успел среагировать. О, нормально. Да ёлки-палки. Уже и сделал все. Верну через жопу. Кажется, я все доломал, да? А не. Я не достану эти монетки. Блин. А больше способов у меня никаких нету, как достать их. Это специально же сделали. Мне жопа горит.
Ладненько. Понимаете, в чем дело? О, наконец-то. Все. Вот теперь я могу с чистой душой идти вперед. Так, ну я вижу, это получается мужика вот эти головы, да? У них был город, но он разрушен. И он типа один выживший остался, потом он типа деньги предлагает или как? Или это просто... Он не прыгнул, он просто не прыгнул. Да боже, как вы они... Они меня бесят, у меня после ящика жопа горит. У меня сейчас жопа такого же цвета, как и он. Дорогу знаешь? Нет. А, хорошо. Туда никто не ходит на самом деле. Когда-то здесь жили замечательные люди. Они хотели выкопать метро, которое соединяло бы все города на острове. Все были так рады. Но из-за раскопок случился извержение вулкана, и весь город залило лавой. Вряд ли хоть кто-то выжил. Ну да ладно. Я у лифта подожду. А, так, его город... Его город чисто умер из-за него, что ли? Или не из-за него? Бац. Как же вниз-то поехать? Вниз как? Спокойно, братишки, я рядом. Отправляемся. Такой странный червячок. Он хочет... Он очень скалистский. Он, кажется, за нами следит. Мой первый близкий друг. А как же эта гусеничка? А, Пенелопа. Ну да, она тоже скользкая была. Но она стала бабочкой, и мы перестали общаться. Уже пора... Так, пару недель никаких новостей. Надеюсь, все в порядке. А, конечно, в порядке. Скорее сюда. Бежим. Так, ребят, я смотрю на эти кости, почему-то у меня плохое предчувствие. За что ты так со мной? Лезь мне. Бесите. Да-да, я это вижу. Сразу потайной ход я вижу. А здесь ничего. Классно. Трубы. Дэм. Здорово. Детонатор. Где мой детонатор? Где детонатор? Мы его нашли, поэтому валим. Так, готово. Бум. Да, тут проход. А, и как раз им нужно открыть. Ничего, мы стоим. Ничего, мы стоим, ждем. Короче, мне нужно, походу, сюда что-то еще спустить. Так, вижу, где стену можно сломать. Монетка. Так, у нас уже время подходит к концу, но я выполню это задание. О, бочки, бочки, бочки. Катитесь. А, тут нету, откуда они приехали. Так, все открыто. Почему вы не идете? Они меня, походу, ожидали.
Так, леечка мы. Но замечу, что еще шапок много нужно найти, поэтому... Монеточка. Монеток мы тоже уже много нашли. Так, ладно. Так, а имеет ли значение, куда я иду? Сначала вообще нужно понять, куда я иду. Там кнопка была или что-то типа того. Черт. Черт его побрал. Да хорошо. Так, хорошо. Пускай лучше две будет. Пускай лучше будет две бочки, чем одна. Так, ладно, мне там проход закрыли. А, мне только туда и нужно. Я, конечно, извиняюсь. Можно мне... О, да, вот так. Черепа? Нифига. Я говорю, тут что-то странно, тут много таких мест почему-то. Ладно. Мне нужно использовать голову, чтобы спуститься самому. Так, ребят, я там ничего не забыл. О, череп. Каской. Правильно идешь? Мне кажется, он нас ведет, чтобы нас сожрали. Я не удивлюсь даже, если это так будет. Монетка. Так, куда-то я да пришел. Даже так? Мама, они пришли. Здравствуйте. Привет. Вы кто? Один из ваших детей попросили нас прийти и помочь с водопроводом. Да, что-то там про воду было. Все, поняла. Вода капала из трубы на потолке долгие-долгие годы. Мы ее пили, купались в ней, так полы ей мыли. Да, мы чистоплотные черви. В последнее время вода почему-то перестала течь. В результате мы постоянно хотим пить. И у нас жуткое грязище. Мы видели, как огромный робот так откачивал из озера воду. Проблема-то решаемая. Мы были бы очень признательны. Но позвольте сперва попросить вас об услуге. Конечно, чем бы мы можем быть полезны? Пропал один из моих детей, Эрни. Он вроде хотел поискать другой источник глубже в шахте, но так и не вернулся. Вдруг он в беде. Может попробовать его найти? Обязательно найдем он. У меня уже ноги не ходят. Мне тоже. Аналогично. Ну что ж. А сможем найти Эрни? Мы тебе тут подождем. Потусуемся с червяками. Слизкими такими. Иногда Эрни очень безбашенно себя ведет. Не хотелось бы его гиперопекать. Но я так волнуюсь, что он... Так, пробла. Мы беспозвоночные, а не бессмертные. Ну, короче, нужно...
помочь найти. Если вдруг тебе надо на поверхность, можешь поехать на тележке. А, не, мне сейчас не нужно. Ладно, я думаю, давайте на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь. Так, Эрни уже в первый раз в шахте теряется. Не в первый раз. Давайте, я думаю, на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.